Стаи бродячих собак терроризируют каушаны. За полгода они покусали по меньшей мере 5 человек. О последнем таком случае стало известно на днях. В Фейсбуке появился ролик с пожилой женщиной, рассказавшей, как на нее напали по дороге в магазин. Я почувствовала сильную боль и обернулась, увидела много собак. Крикнула, и они разбежались, а я попала в больницу. Не могу передать, как больно. Я аллергик, мне нельзя принимать таблетки. Хотела бы я, чтобы в городе был порядок, чтобы люди не страдали. Встревожены и многие другие каушанцы. От голодной, агрессивной стаи взрослый не может отбиться. А что говорить о детях? Собаки очень агрессивные. Ты идешь, а они сзади кидаются на тебя. Когда их по 4-5, стараюсь обходить их подальше, а то страшно. Дети же опять пошли в школу, боятся. Вот и моей внучке, когда она возвращалась с уроков, собаки перегородили дорогу. С тех пор она боится идти одна. Постоянно здесь околачиваются в стае по 4-5 собак, и многих покусали. Бродят в основном по вечерам, а утром сидят у мусорных контейнеров. Много их. В Каушанах есть приют для бездомных животных, где их, к тому же, стерилизуют. До сих пор поместили туда около 40-50 собак. Мы просим местных жителей помогать нам. Отловщики работают на спецмашинах, и когда животные их видят, тут же разбегаются. Тем не менее, по словам Анатолия Донцу, все собаки, нападавшие на людей, отловлены.